Не знаю, как меня слышно, но про система работает шикарно. К сожалению, уже конец дня. Видимость не очень хорошая, но все очень прекрасно. В следующий раз попробую показать. Будут две хорошие прозрачные скалы, видимость хорошая. Так что, на Средиземном море первый опыт. Будем считать, что начало положено. Ставьте лайки, подписывайтесь. Поддержите канал. И смотрите новые видео. Чтобы труды были не напрасны. О! Это дракон. Это дракон. Опасные обитатели Средиземного моря. Так что... Молодцы, что смотрите канал, поддерживайте. Красиво показать.